Сегодня в администрации Сосновоборска прошел обыск. На втором этаже, где располагается управление градостроительства, имущественных и земельных отношений, работали сотрудники антимонопольной службы и управления Федеральной службы безопасности по краю. В ФСБ новостям ТВК подтвердили, проводили оперативно-розыскные мероприятия и изымали документы. Подтвердили информацию и в УФАС, правда, не сообщив подробностей. Обыск прошел тихо и быстро, поэтому многие сотрудники администрации говорят, так и не поняли, что у них искали. У меня есть своя узкая специальность, свой узкий профиль. Я видела тут молодых людей каких-то. Мы с какими целями они сюда приезжали? Не могу вам сказать. Вот, как говорится, как на духу. Делали копии, приходил на руководителя. А какие копии? Ну, документы. Пожалуйста, к руководителю обратитесь. Руководителя, конечно, на месте не было, зато был глава Сосновоборска, который рассказал, тоже не знает, что конкретно искали сотрудники ФСБ. Ну, говорит, для него подобные проверки. Дело привычное. Это плановые проверки, в которых они выясняют, законно или незаконно ведется работа в администрациях края, России, где угодно. Поэтому эта проверка не отличается ни от каких других. То есть вы были предупреждены? Нет. Так это внеплановая тогда проверка получается? Все проверки внеплановые. Они показали акт для проверки, то есть их право на то, что они могут посмотреть какие-то документы, запросить любые документы, все документы, которые они запросили, им были предоставлены, с этим они уехали. Я не знаю, почему акцент вы такой делаете именно на эти мероприятия. Это нормальное явление. У нас прокуратура здесь каждый день.